Восстановление дорог и обеспечение питьевой водой – основные темы, которые глава государства обсудил с примарами и предпринимателями во время визита в Фалешты. Игорь Дадон отметил, что инфраструктурные проекты останутся приоритетом для правительства и уже предприняты важные шаги, особенно в том, что касается реабилитации дорог. Набуку начистан пер тотал время инвестиций друму для чирка 7 миллиардов рублей. În condiții de criză, în condiții de secetă, în condiții de pandemie, eu cred că este un pas important și corect din partea guvernului. В Фалешском районе Игорь Дадон побывал на недавно отремонтированной дороге из села Марендены. Самих Фалештах глава государства посетил водоочистные сооружения, к которым будет подключен водопровод из прута. Работы по его реконструкции начались в 2006 году. Стоимость проекта составила около 35 миллионов леев. Водопровод протяженностью 31 километр будет снабжать питьевой водой город Фалешты и села Бокшери, Сипены, Невернец, Саратовеки и Альбинец. Там глава государства ознакомился с ходом работы и обсудил с мэрами проблемы, с которыми они сталкиваются. Astăzi, ca să vă întâlnim, aici suntem la 14 milioane, ca să vă întâlnim prima linie. Și el de noi găsim prin ADR, am pus azi documente la concurs, unde cumva să fie. Așa că de la Rispien, Bocșa, îi prinesc de-a mai deodată. Localitatea care o reprezintă e conectată la dicțiunea la pe adică făcută, dar până la, e la, cred că la vreo 10 km de la prut. Este construită stație tratare apei care de 2 ani zile și de conservată. Așteptam numai să vină. Rețel de 11 km și de rețea de apeduct și canalizare. În bec de 22 de milioane. Dar acum ce faci cu apa? De unde o aduceți? Din două fântâni. Lor. Două fântâni în sat, asigur. Și 2000 de oameni. Да. Ну, не перетя. И... Я понимаю, когда лад, что дочится у Визит продолжился на текстильной фабрике в Фалештах, где производят спецодежду для рабочих, которую затем экспортируют. Завершение визита глава государства также провел встречу с представителями руководства района и 33 примариями, на которой обсудили наиболее актуальные инфраструктурные проблемы.